Слов'янськ оговтується від руйнівної сили війни. 29 травня в дитячу лікарню влучив снаряд. Пробило стіну, посипалося скло з вікон і лікарні, і поліклініки. В цей час в лікарні знаходилися діти, небагато, всього п'ятеро. Потім стався обстріл. У нас в студії головний лікар дитячої лікарні Слов'янська Валерій Світлічний. Здравствуйте, Валерій Вікторович. День доброго. Як ви перенесли той день? Тут обстрел, были жертвы, разрушения, и с чем вы столкнулись? Ну, как вы уже сказали, эта беда произошла 29 числа. Конечно же, честно вам скажу, никто не ожидал, что именно лечебное учреждение, детское учреждение пострадает. Вот. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Где-то около начала 6 утра, во время активных боевых действий произошло прямое попадание снаряда в детскую больницу. Вот, на уровне между первым и вторым этажом приемного отделения. Слава Богу, что от этого взрыва, от этого попадания снаряда никто не пострадал. Но, конечно, материально-технические сбытки, скажем так, были очень большие. Я прибыл в детскую больницу буквально в течение получаса после этого. Весь коллектив собрался, мы начали, в общем-то, несмотря на вот такую обстановку и продолжающиеся активные действия, мы как-то даже не думали об этом, мы начали убираться, прибирать, потому что стекла, большие осколки. Естественно, это могли быть нанесены дополнительные ранения. Детей, которые находились в больнице, их было тогда немного. Вот один ребенок был тяжелый в реанимационном отделении, который в течение 7 месяцев находился на управляемом дыхании. Этого ребенка мы эвакуировали. И, в общем-то, с этого момента начались тяжелые дни, скажем так, для детской больницы. При каждом обстреле мы этого ребенка и других, да и сами сотрудники, то спускались в подвал, то поднимались. Этот подвал наш использовался как убежище и для жителей близлежащих домов. Ну, в общем-то, сложно было, конечно. Во время опасности мы прежде всего думаем о детях. Как их защитить? Были ли раненые дети в Славянске? Привозили ли вам раненых детей? Я понял вопрос. В детскую больницу не поступали дети с ранениями и подростки, но я достаточно точно знаю, что в травматологическое отделение больницы Ленина в хирургию попадали такие дети. Просто по профилю они не у нас должны лечиться, а в травматологии или в хирургии. Количество детей, которые были в стационаре у нас во время активных боевых действий, было небольшое. Это, конечно, не связано с тем, что дети не болели. Безусловно, уровень заболеваемости, он был приличный. И в то время, ну, сама ситуация, сама обстановка, в общем-то, не способствовала тому, чтобы на госпитализацию родители поступали дети. Да, родители просто-напросто у них были, да, они занимались самолечением, и их можно понять, они решали какие-то свои бытовые вопросы, жизненно важные по поводу эвакуации и так далее. И поэтому, если уже поступали дети в больницу, то они поступали или в тяжелом, или в крайне тяжелом состоянии, и нам приходилось оказывать им, скажем так, не плановую помощь, а уже ургентную, неотложную в условиях реанимационного отделения. И в этой связи я сразу хочу сказать, что вот больница на протяжении всего этого этапа, всего этого периода военных действий, она работала, пусть она не в полном составе, но у нас достаточно было сил и средств и людей, благодаря которым мы оказывали ургентную медицинскую помощь в полном объеме. В этой связи я хотел бы, пользуясь случаем, выразить слова благодарности тем сотрудникам, начиная от сторожей, водителей, медицинских сестер и врачей, вот, которые, несмотря ни на что, продолжали работать в детской больнице, и мы таким образом оказывали медицинскую помощь. И я имею честь работать с этим коллективом, и я бесконечно им благодарен в этом плане. А сохранился коллектив? Значит, на сегодняшний день ну, более 90% коллектива вернулись уже к работе. Несколько человек выехали. И в Киеве у нас работают. Ну, в общем-то, есть несколько человек, которые и за пределами государства. Вот. Но в основном все люди вернулись.
На сегодняшний день, вы знаете, что и в Горловке, и в Харцизке, и в Донецке тоже активные боевые действия. И там, к сожалению, практически такая же ситуация с лечебными учреждениями, как и у нас было в Славянске. Поэтому мы принимаем на работу и врачей, и медицинских сестер из Донецка, из Горловки, из Харцизска, о которых я сказал. Вот. И они сейчас работают у нас. Они пополнили ряды кадров ваших. Они пополнили ряды кадров, заняли вакантные ставки. Ну, в общем-то, мы по-человечески решаем все эти вопросы, понимаем, что людей нужно как-то и трудоустроить, и в этот тяжелый момент они должны и деньги какие-то зарабатывать, конечно, и заодно оказывать медицинскую помощь детям. Ну, вот так как-то. То есть у вас полный штат сейчас? На сегодняшний день не переполнен? На сегодняшний день у нас практически штатное расписание заполнено на 100%. Мы работаем в полном объеме. Какие на сегодняшний день работают отделения в больнице? Значит, на сегодняшний день я коротко хотел бы сказать о том, что наше лечебное учреждение – это базовое многопрофильное больница, которая оказывает медицинскую и консультативно-диагностическую помощь детям Славянска, Святогорска, Красного Лимана, Славянского района. В общей сложности более 30 тысяч детей. Кроме того, в летний оздоровительный период мы оказываем медицинскую помощь плановую и ургентную детям из северной оздоровительной зоны, из лагерей, турбаз и так далее. То есть нагрузка очень большая. Больница на сегодняшний день имеет высшую аккредитационную категорию, аккредитована лаборатория, рентген-кабинет, 80%, более 80% докторов имеют высшую и первую квалификационную категорию. У нас просто шикарное реанимационное отделение. Я хочу сказать, что, в общем-то, одно из самых лучших в области на сегодняшний день. Вы, наверное, знаете, что на протяжении последних полутора-двух лет мы значительно укрепили материально-техническую базу. Более чем на 10 миллионов гривен оборудование туда завезено. В общем-то, все работает. И удалось сохранить это все, да? Самое главное, что нам удалось сохранить, начиная от оборудования и транспорта. Ну, транспорт мы попрятали, скажем так, хотя были, конечно, попытки экспроприации, скажем так, оборудования, мягкого инвентаря, матрацев. Было все. Но удалось, в общем-то, где-то уговорить, где-то доказать, что это детская больница. В каких-то случаях это не удалось. Вот по мягкому инвентарю у нас немножечко так, забрали у нас кое-что. Вот. Ну а по транспорту и по оборудованию, слава богу, все осталось целое. И благодаря этому мы на сегодняшний день, в общем-то, вот детская больница позиционируется как одно из ведущих лечебных учреждений в системе, городской системе здравоохранения. После ухода ополченцев остались разрушения. На сегодняшний день они полностью восстановлены. И кто помогал в этом? Да, после завершения активных боевых действий, к сожалению, у нас, что у нас было, как я уже сказал, прямое попадание снаряда, отверстие в стене. У нас в тот момент сразу же еще был обстрел, минометный обстрел. То есть в течение нескольких часов больница лишилась целостности стены. 103 окна у нас полностью вылетели, скажем так. От обстрела пострадала крыша, ну и так внешний вид, конечно, фасад, вход. Повреждения в стене мы ликвидировали своими силами после заключения строительной организации о том, что там все нормально, в общем-то, перекрытия целые. Вот. На сегодняшний день две проблемы в больнице по поводу ликвидации последствий. Это крыша и, конечно, окна. По крыше хочу сказать, на сегодняшний день из бюджета развития города выделена вся необходимая сумма для ремонта. Имеется проектно-сметная документация, которая уже зарегистрирована, и договор заключен с подрядчиками. Все эти документы зарегистрированы в казначействе, и я надеюсь, что нет никаких абсолютно препятствий, чтобы на следующей неделе приступить к ремонту кровли.
Вот, это первая позиция. Ну и вторая — это окна. Конечно, сейчас уже сентябрь месяц, уже вы видите, какая температура ночью, вообще 3-5 градусов. Поэтому это самая горящая проблема на сегодняшний день. Я хочу доложить жителям города о том, что фонд Марины Порошенко, Марии Анатольевны Порошенко, активно взялся за решение этой проблемы. И на сегодняшний день, бесплатно для бюджета, для города установлено и заменено 59 стеклопакетов вместе с сетками, вместе с подоконниками и так далее. Работа эта будет продолжаться. А, значит, те стекла, кстати, наша бригада плотников, которая есть в детской больнице, мы тоже не сидим, как говорится, а вот эти освободившиеся стекла, в общем-то, где-то сами стеклимся, где-то что-то. Ну, в общем-то. То есть остались еще стекла? Безусловно. Безусловно. И еще, крыша. Наверное, да, стекла и крыша остались. Ну и внешний вид, вот, ну, тоже желает быть лучшего. Пострадал. Да, пострадал. Приходилось ли вам, как доктору, сталкиваться с нарушениями детской психики? Вот во время боевых действий или потом? Да, ну, во время, наверное, нет, а вот потом... Как дети сейчас, именно переживали, да, это вот время. Потом и сейчас, конечно, в общем-то, вот по тем отчетам, которые дают специалисты детской поликлиники, невропатолог, вот, ну и соматические доктора, отмечается рост психогенных различных заболеваний, которые напрямую связаны с тем, что пережил ребенок, да, безусловно. Ну, так всегда было. Во время войны, во время, скажем так, активных действий люди не думают о своем здоровье как-то. А вот уж потом возникают осложнения, и соматическая патология выходит наружу. Ну, так всегда было, к сожалению. Обращаются ли к вам переселенцы по поводу здоровья, дети? Да, безусловно, вы знаете, что сейчас и в Славянске, и в Светогорске большое количество переселенцев, семьи, дети. Вот. И, естественно, осенне-зимний период, авитаминоз, все эти дела. И, естественно, количество обращений значительно увеличилось. На сегодняшний день у нас около 20 детей из семей переселенцев находятся в стационаре детской больницы. Вот. С различной патологией. Слава богу, тяжелых детей нет. В общем-то, мы их курируем достаточно успешно. В этом плане я хотел бы сказать, что вот медикаментозное обеспечение больницы, конечно, желает быть лучшим, но, тем не менее, мы отдаем приоритет вот этим семьям, вот этим детям. Им, конечно, в первую очередь, и уже только в крайних случаях, когда у нас нет необходимого медикамента и заменить нечем, тогда уже, конечно, родители помогают. Но это бывает редко. В основном мы стараемся закрыть проблему своими силами за счет бюджета города. Ну, у нас получается так, люди бегут, иногда бросают свои дома полностью, там не берут одежду, иногда без денег приезжают. А могут ли эти люди получить вот полную помощь? Скажем, дети обеспечены полностью едой, одежда, там, постельное белье, когда попадает в больницу? Значит, мягкий инвентарь и одежда – это у нас проблема, в общем-то, закрыта, скажем так. Отдельно стоит вопрос по продуктам питания. На сегодняшний день мы обеспечены, ну, практически всеми необходимыми продуктами, которые необходимы. У нас есть и, скажем так, и овощи, и даже вот и мясные продукты иногда бывают. Затем все крупы есть. Все это за счет, конечно, спонсорской благотворительной помощи. Я хотел бы сказать, что это не только централизованная помощь, которая оказывается сейчас из Славянска, но это еще и помощь конкретных неизвестных людей, жителей нашего города. Отдельные люди, бабушки, дедушки, вот молодой человек. Просто приходит и говорит: я хочу помочь. Вот недавно был случай, пришел парень, я не знаю, лет 20 ему, может быть, 22 года. И вот тут пришел, говорит: вот у меня есть 200 гривен, больше у меня нет, возьмите их. Вот в таком плане тоже такое бывает. Поэтому я хотел бы сказать большое спасибо вот жителям, людям, которые сопереживают, понимают сложность этой ситуации, оказывают помощь. Вот. И по поводу материально-технической базы я тоже говорю, что многие и строительные магазины, и частные предприятия,
ну, понимают. В крайнем случае, практически всегда откликаются положительно на мою просьбу. А бывает ли гуманитарная помощь у вас? Да, гуманитарная помощь бывает. У нас буквально вчера очередной раз приезжали представители Красного Креста. Вот, они знакомятся с нашими проблемами, берут все это на заметку. Мы получаем гуманитарную помощь в плане медикаментов, в плане продуктов питания. Вот эти представители, которые были вчера из Красного Креста, они как раз заняты, вернее, они занимаются исключительно укреплением материально-технической базы. И на следующей неделе должен приехать их инженер, который посмотрит на те проблемы, которые у нас есть, и пообещали в крайнем случае какую-то реальную конкретную помощь. Это по строительству? Да, по строительству. Те же самые окна, те же самые там какие-то трубы, краны. Ну, в общем-то, хозяйство большое, проблем много, конечно. А вы сказали, что у вас мягкую мебель, да, или что? Ну да, это во время оккупации, скажем так, да, 19 матрасов у нас, в общем-то, забрали, скажем так. А теперь у вас нехватка матрасов? Да не то, что нехватка, ну, в общем-то, удалось приличные, хорошие импортные матрасы для детей, особенно из реанимационного отделения, там же многофункциональные кровати были, все это сохранить, ну, отдали то, что они им удалось найти, скажем так. Но мы их повели туда, куда надо. А приходится ли сейчас принимать детей с особенными болезнями, особенной тяжестью болезней? То есть приезжие дети бывают, то есть, может быть, какие-то такие сложности? Сложности в каком? В организационном плане. Многие родители приезжают, конечно же, в попыхах, забыв какие-то медицинские документы, амбулаторные карты, то есть без ничего. Это все ясно и понятно, поэтому приходится вот восстанавливать каким-то образом. По ходу. Но я еще раз говорю, вот этим детям, этим переселенцам у нас особое внимание, они под контролем находятся. Стараемся в первую очередь, чтобы как-то... А как будете отапливаться в холодное время года? Ну, надеемся на то, что отопительный сезон начнется так, как положено. Вот. На сегодняшний день мы имеем, по графику, правда, но мы имеем и горячую воду круглый год. Я надеюсь, что в этом отопительном сезоне тоже не должно быть проблем. Хотя, ну, вы же знаете, какие сейчас, какая ситуация вообще международная, в газовой проблеме. Посмотрим. В крайнем случае будем выходить при помощи обогревателей каких-то. Ну, как обычно это мы делаем. То есть не замерзнем, я думаю. Я слышала, что коллектив детской больницы был награжден. Так ли это? Ну да, это такая приятная ситуация, конечно. Я хочу сказать, что приказом министра внутренних дел Авакова часть сотрудников, которые отличились, скажем так, наиболее активно работали во время оккупации, скажем так, отмечено ценными подарками Министерства внутренних дел. Вот 4 числа часть сотрудников нас отвезли, привезли, пригласили в Киев, в министерство, и в торжественной обстановке были вручены подарки. Это часы женщинам и мужчинам. Вы были в числе? Ну да. Да? Можете показать? Ну да. Хорошо. Валерий Витальевич, у вас есть возможность сейчас сказать несколько слов телезрителям и своим коллегам? Я хотел бы сказать, уважаемые жители города, о том, что ситуация, конечно, экономическая ситуация как в стране, как в городе довольно сложная. Я, наверное, не открою вам Америки в этом плане. И те проблемы, которые есть в государстве, они, конечно же, есть, они сразу как-то экстраполируются и на лечебные учреждения, и на нашу детскую больницу. Поэтому первое, я хотел бы сказать о том, что, ну, к сожалению, не все медикаменты есть у нас. К сожалению, нам приходится, в общем-то, просить вас, чтобы вы тоже поучаствовали в лечении вашего ребенка. Я бы очень хотел попросить вас с пониманием к этому относиться. Все, что есть у нас,
все, что нам удается приобрести, мы, конечно же, бесплатно это оказываем. Но в некоторых случаях, к сожалению, вот так приходится приходить и к вашей помощи прибегать. И, пользуясь случаем, я хотел бы высказать слова благодарности коллективу детской больницы. Вот. И переходя на такой военный сленг, я хотел бы сказать, что с такими людьми можно идти в разведку. Мы все задачи, все проблемы, которые перед нами стоят, я думаю, что мы все порешаем удачно. Спасибо. Спасибо, Валерий Викторович. А телеглядачам нагадую, у нас в студії був головний лікар Слов'янської дитячої лікарні Валерій Світличний.